В 2023 году Юргу представлен в 8 предметных рейтингах. По данным агентства РАЭКС, в разделах техника и технологии наземного транспорта ВУЗ занял 10 место. Авиационная и ракетно-космическая техника – 9. Также университет получил позиции в топ-20 по направлениям. Химия – 17 место, строительство – 13 место, энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника – 11 место, машиностроение и робототехника – 12 место, химические технологии – 13 место и технологии материалов – 17 место. Ключевые сферы деятельности РАЭКС – подготовка рейтингов в сфере образования, некоммерческого сектора, устойчивого развития, а также инфраструктуры развития бизнеса.